Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связано тоже с ноутбуком. Пришел процессор Core 2 Duo T9900. Ну и менять будем в ноутбуке Toshiba Satellite P300-226, который там стоит, P8600, на данный процессор. Так, ну и как понимаете, что он давно уже не выпускается, поэтому пришел с разбора. Ну и продавец предоставил вот в таком варианте. Ну, помимо этого, была еще жесткая коробка картонная, благодаря которой прошла доставка. Ну и внутри вот этой картонной коробки находилась пупырка, ну и внутри находится непосредственно процессор. Ну и давайте вскроем, посмотрим. Так, вот внутри находится процессор. Помимо процессора, то есть термопаста китайская, но мы ее использовать не будем, а будем использовать Arctic MX4, которая есть на моем канале. Так, ну и внутри непосредственно находится сам процессор, который мы будем и менять. Но тот процессор, который стоит непосредственно в ноутбуке. Прежде чем менять процессор Core 2 Duo P8600 на T9900, то есть я сначала нашел свой ноутбук на сайте Toshiba, ну сейчас называется Dynobook. Так, и нашел такой же ноутбук, единственное отличие в окончании, и в нем ставился процессор T9550. Причем ноутбуки практически одинаковые, то есть чипсет одинаковый, дальше скорость шины одинаковая, то есть память установлена та же самая, то есть разрешение экрана то же самое. Единственное отличие — это в графической карте. То есть здесь на 226 стояло 4570, а здесь 4650. Вот. Но ввиду того, что ставился процессор T9550 одного семейства с T9900, итак, зайдя на сайт TPU Upgrade, то есть взяв Core 2 Duo T9900, то есть, ну, во-первых, здесь представлены характеристики, степеньки. Так, ну и нашли мы наш процессор, который стоял изначально в Toshiba Satellite P300-226. Так, и здесь вот представлены различные процессоры, которые можно поставить на замену. Так, ввиду того, что должна быть одинаковая шина, ну и степеньки. Так, мы наблюдали о том, что процессор Core 2 Duo T9550 стоял на 212-м сателлите P300. То есть вот он совпадает, единственное отличие в тепловыделениях. И смотрим на T9900. То же самое, все совпадает. То есть по степенькам. То есть этот процессор поддерживается BIOS'ом 3.4. Без проблем, поэтому его и можем ставить. По идее, можно было еще поставить вот этот вот, но слишком большое тепловыделение, хотя по сути это один и тот же процессор, просто говорят, что этот урезанный от этого процессора, хотя по характеристикам все одинаково, ну, за исключением тепловыделения. Так, ну и зайдя на сайт Technical City,
То есть мы сопоставили два процессора, то есть T9900 с P8600, который стоит. Так, ну и видим, что мы передвинемся где-то на 180 позиций вперед. Характеристики. То есть здесь кэш второго уровня в два раза больше, что иногда хорошо для некоторых программ. Ну и частота. Так, общая производительность, то есть на 39% производительность выше будет. Ну и показаны тесты, на основе чего взялись эта производительность. То есть вот показаны проценты прироста. Так, ну на игры смотреть не будем. Так, ну и здесь вот результирующие есть, что на 39% быстрее будет. Правда, для синтетических тестов. Ну и выбираем данный процессор для установки. Так, ну и давайте проделать данную операцию по замене процессора непосредственно в этом ноутбуке. Итак, приступаем. Итак, давайте разбирать ноутбук Toshiba Satellite P300. Для того, чтобы поменять процессор P8600 на T9900. Так, ну и начинаем, как обычно, убираем аккумуляторную батарею. Ну и дальше раскручиваем все винты, достаем все жесткие диски, память и так далее. Так, ну и приступаем. Пять секунд держим кнопку Power для того, чтобы убрать все электричество. Так, ну и здесь нам сейчас предстоит достаточно сложная задача, потому что очень много винтов, и, во-первых, они имеют разные размеры, но мы, надеюсь, справимся. Так, начнем с обычных отсеков. Нам нужно убрать все жесткие диски, память, ну и так далее. То есть начнем сначала с них. Thank you.
Так, когда достали все винты, мы его переворачиваем. Ставим планку. Так, ну и дальше опять винты. Thank you.
Так, после включения компьютера вам необходимо зайти в BIOS и сохраниться с новыми настройками, а именно по замене процессора, который произошел в результате. То есть мы поменяли процессор Core 2 Duo P8600 на T9900. Так, ну и в результате у нас определилась в системе данные процессоры, ну и сейчас можно с ними работать. Итак, давайте рассмотрим новую конфигурацию ноутбука Toshiba Satellite P300-226. То есть мы поменяли процессор, ну и в результате у нас, как видите, возросла частота до 3 МГц. Дальше изменился кэш второго уровня, стал 6. Дальше материнская плата не менялась, память не менялась, то есть состоит из двух планок, которые есть на моем канале. Графика тоже не менялась. Ну и вот в простое я протестировал данный процессор, ну и получились в результате вот такие вот результаты данной программе. Так, давайте пробежимся по второй программе AIDA64 Extreme. Единственное, здесь она новый вариант, но нужно воспользоваться, ну и сопоставить результаты с предыдущим процессором, который был. Ну, суммарная информация, чтобы показать, то есть здесь все, что стояло, то стоит, за исключением одного момента, то есть мы поменяли процессор. Так, ну и при принятии решения, то есть вам необходимо будет заглянуть на эту страничку, и здесь вот сказано, что какие можно применить процессоры, то есть 70 Mirom, ну и Tenrin. Так, дальше датчики, вот температурные датчики в настоящее время, то есть находится под нагрузкой, то есть пишется у нас видео с экрана. И еще один момент, то есть при замене процессора, то есть мы доставали еще и плату графического процессора. Такого вот, на графическом процессоре туда лучше поставить не термопасту, как было сделано, а термопрокладки, что и будет сделано чуть позже, в связи с тем, что там есть зазор. То есть поэтому я нанес термопласты достаточно много туда, чтобы этого зазора не было. А лучше поставить именно термопрокладку, и они будут достаточно хорошо функционировать и охлаждение происходить. То есть это будет в следующем видео. А в настоящее время, то есть временно пока установлена именно термопаста на графический процессор. На простой процессор установлена термопаста, как и необходимо. Так, дальше вот у нас процессор новый с характеристиками. Дальше то, что он может, этот процессор. То есть это новая версия. Дальше системная плата у нас не менялась. Память тоже осталась без изменения. То есть видео есть на моем канале. Две планки. Дальше чипсет не менялся на материнской плате. Северный мост, южный мост. Дальше BIOS у меня стоит последняя версия от производителя на 9-й год. Ну и эти характеристики то же самое общее. Так, ну и давайте быстренько пробежимся по тестам. То, что у нас получилось, когда компьютер был простой, то есть я провел эти тесты. Ну и получились вот следующие результаты. Ну, тут на память, наверное, не столько можно обращать внимание, потому что она осталась прежней. Но при взаимодействии с этим процессором, то есть, может быть, и что-то увеличилось. Произошли какие-то улучшения. Так, ну и вот результат по процессору, где мы находимся.
То есть, ну, в предыдущем варианте мы сравнивали с этим процессором. То есть сейчас данный процессор находится от него вот в таком варианте. Так, здесь мы не провели. Давайте пройдем под нагрузкой. Так, вот мы оказались здесь. Так, здесь. 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 Ну и здесь. Так, ну и процессором доволен. Предыдущий процессор не очень справлялся с задачами. Ну а настоящий процессор, то есть достаточно свободно проигрывает Blu-ray диски. 25-30 кадров в секунду. Дальше в YouTube канале, то есть свободно Full HD видео проигрывает до 30 кадров в секунду. Ну а все что свыше уже, имеется в виду 50-60 кадров в секунду, уже дается с рывками. То есть, ну, до 30 кадров в секунду, то есть стандартные Blu-ray приводы и диски читает без проблем. Так что модернизация доволен. Компьютер стал дышать по сравнению с предыдущим процессором намного лучше. Ввиду того, что он произведен раньше, чем процессор Core 2 Dual P8600 на год. Вернее, не раньше, а позже. Вот. Ну и рекомендую, если у вас есть данный компьютер, заменить процессор на данный. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.